вот мы и стоим в преддверии нового 2015 года. Уходящий год был для всех нас тяжелым испытанием, и далеко не у всех сейчас праздничное настроение. Многим семьям пришлось пережить горькие потери и лишения. Но несмотря на все горести, выпавшие на долю нашего народа, мы выстояли. И мы дойдем до победы. Каждый человек, однажды поверивший в свои силы, никогда не сдастся. А мы – это народ, который поверил в себя. И мы будем бороться за достойное будущее наших детей, за свой русский мир, за свою страну, за свою Новороссию. И мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне, потому что с нами вера и с нами Бог. Желаю всем нам, чтобы в новом 2015 году наши сердца заполнили любовь, тепло и радость, чтобы в них не осталось места разочарованиям и неудачам. Жизнь продолжается, и только в наших собственных силах сделать эту жизнь по-настоящему счастливой. С Новым годом всех, с новым счастьем, мира вам и любви!